Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени Александра Александровича Морозова. По заданию Министерства обороны Украины была разработана конструкторская документация, изготовлены и успешно испытаны опытные образцы танков БМ «Булат». Вариант модернизации танков Т-64Б и Т-64БВ. Модернизация проведена по трем основным направлениям. Модернизация силового отделения с целью повышения параметров подвижности. Модернизация защиты с целью снижения уязвимости от современных противотанковых средств. Модернизация комплекса управления огнем с целью повышения эффективности огня. В качестве новой силовой установки танка БМ «Булат» используется двигатель 5 ТДФМ мощностью 850 лошадиных сил, являющийся форсированной модификацией двигателя 5 ТДФ с проведенными мероприятиями по увеличению мощности. Может быть установлен также двигатель мощностью 1000 лошадиных сил. Благодаря новой силовой установке удельная мощность танка возросла приблизительно на 10%. Новая система управления огнем танка значительно повышает дальность обнаружения цели и действительную дальность стрельбы. Появилась возможность стрельбы из пушки и спаренного пулемета с места командира в дневных и ночных условиях, с места исхода, а также стрельбы ракеты с наведением по лазерному лучу на дальностях до 5 км. На корпусе и башне танка БМ «Булат» установлены дополнительные модули защиты, которые повышают уровень защиты от кумулятивных поражающих средств в 2,2 раза, от кинетических поражающих средств в 1,9 раза. Модернизация повысила боевые и технические характеристики танка БМ «Булат» до уровня современных машин и ставит его в один ряд с танками Т-84 и Т-90С.